12 июля Углич отметил свой 1077 день рождения. Старт официальным праздничным мероприятием был дан в микрорайоне Солнечный. Здесь состоялась торжественная церемония по открытию новой котельной с участием руководителей области и района, общественности и местных жителей. Значение этого события для южного района города сложно переоценить. Котельная акционерного общества «Угличмаш», которая подавала тепло и горячую воду в микрорайон Солнечный, поселок Угличмаш, уже давно не обеспечивала должное качество данных услуг. Вопрос о строительстве здесь нового теплоисточника был поставлен еще 15 лет назад. Для тех, кто живет в Солнечном, они все понимают, что сегодня происходит. У меня мурашки по коже идут, как эта котельная далась. Ровно 2 года назад мы здесь закладывали камень, и много было разговоров, что заложили и забыли, ну, как всегда у нас. Но вот оно случилось, вот она есть. Этот проект был реализован, как говорится, всем миром. Жители Южного района неоднократно и настойчиво ставили вопрос о строительстве новой котельной. Глава района Сергей Маклаков при поддержке депутатов всех уровней упорно доказывал ему необходимость в федеральных структурах и перед руководством области. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов поддержал проект и дал ему зеленый свет. Большую роль в продвижении вопроса сыграла ярославская генерирующая компания, заказчик и владелец новой котельной. Ее профессионализм и инновационная направленность позволили привлечь инвестора и успешно завершить строительство. Эта котельная инновационная, она будет полностью сама себя обеспечивать электроэнергией, она окупается менее чем за 7 лет, это очень-очень хороший срок для энергетики, и на сегодня мы с вами начнем пускаладку этой котельной. Через месяц мы уже полностью переключимся на горячее водоснабжение от нее, и осенью она даст тепло в микрорайон. И вот, наконец, исторический момент. Заместитель губернатора Ярославской области Анатолий Федоров осуществил торжественный запуск новой котельной в микрорайоне Солнечный. Еще одна большая проблема Углича ушла в прошлое. Дыхание прерывается от счастья, что наконец-то свершился многолетний наш больной вопрос. Очень рада, что наконец-то наш поселок будет процветать с теплом и с горячей хорошей водой будет. Я очень счастлива и очень благодарна от имени всех жителей. После открытия котельной заместитель губернатора Анатолий Федоров и глава района Сергей Маклаков проследовали на традиционную выставку достижений угличской промышленности «Энергия созидания». Она проводится в Угличе в третий раз и стала одним из центральных событий празднования Дня города. Мы так хорошо празднуем именно потому, что мы так хорошо работаем. Наша промышленность дает Угличу больше 3000 рабочих мест. Я считаю, что угличанам просто нужно увидеть, что на самом деле Углич – это живой город, это город с промышленностью, это город с достижениями, с техническими, с технологической культурой, с хорошей. Но это очень важно. Глава района Сергей Маклаков видит в поддержке местных производителей одну из своих главных задач. Поэтому подготовке промышленной выставки администрация района уделяет особое внимание. Организаторы постарались привлечь к ней максимальное число участников. И если в прошлом году свои достижения продемонстрировали около 10 предприятий, то в этом уже 25. Новых предприятий появились, которые вот на первый раз я сегодня увидел. Вообще мне нравится это, вот, когда в День города предприятия показывают свои достижения, там, свою продукцию. Очень интересно. Это очень хорошо для Углича. Если будут рабочие места, будет процветать и город. Вот, молодежь будет здесь задерживаться, жить, работать. Многообразие угличской промышленности и достижения угличан по достоинству оценил и заместитель губернатора Ярославской области Анатолий Федоров. Он сказал об этом во время торжественной части. Мы видим, что город не стоит на месте, город развивается, город, устремленный в будущее. Это город, в котором хочется жить, это город, в который хочется возвращаться вновь и вновь. И мы с большим удовольствием желаем благополучия и процветания городу Угличу и всем его жителям. С праздником, дорогие угличане! Торжественная часть Дня города была посвящена Году культуры, и эта тема прошла красной нитью через весь сценарий. С отчета по преобразованиям в данной сфере начал свое выступление и глава района Сергей Маклаков, говоря о самых важных проектах текущего года. Мы отремонтировали 3 клуба на селе. Мы сегодня открыли новую котельную, ту, которую очень долго ждали. Нам удалось открыть 5 спортивных площадок. 6 сентября на 1 сентября, надеюсь, около 4 школы откроем. Наводим порядок с дорогами.
газифицируем район. Золоторучье, левый берег должны закончить. И много-много всего другого. И тот детский сад, который мы строим, мы его должны в этом году уже сдать. И в сентябре месяце начнется строительство еще одного нового детского сада. В завершении своего выступления Сергей Маклаков высказал слова благодарности в адрес губернатора Ярославской области Сергея Ястребова за поддержку реализуемых проектов и члену Совета Федерации Анатолию Лисицыну за участие в решении проблем района. Анатолий Иванович затем лично отчитался о выполнении предвыборного наказа угличан по восстановлению железнодорожного сообщения Углича с Москвой и Санкт-Петербургом. Мы нашли решение данной проблемы, решили вопрос управления Министерства железных дорог России. Поддержал это решение губернатор, и с нового года в бюджете области будет выделено финансирование для возврата этого движения. Так что могу сказать, что одно из обещаний выполнено, и город получит это сообщение. Согласно традиции Дня города, на праздничной сцене были награждены люди, которые вносят большой вклад в развитие углической земли. В этом году ряды почетных граждан Углича пополнили народная артистка РСФСР, уроженка Углича Евгения Алтухова и бывший председатель колхоза «Вперед» Сергей Брусницын. Почетным знаком за заслуги перед Углическим муниципальным районом награждена бывший заместитель главы Головинского сельского поселения Елена Гусарова. Особое место в праздничной программе было отведено главной теме дня. Мы хотим сегодня славить тех, кто хранит историю нашего славного города. Мы хотим сегодня славить тех, кто учит наших детей, кто воспитывает их. Мы сегодня также говорим слова благодарности тем, кто развивает культуру нашего города. Спасибо огромное всем творческим, образовательным и культурным учреждениям. Потому что если в сердце есть вера и культура, это объединяет. Городские праздники, фестивали и конкурсы, выставки и концерты – творческое развитие подрастающего поколения. Сфера культуры Угличского района сегодня на высоте и принимала заслуженные награды на праздничной сцене. Почетные грамоты главы получили руководители и представители управления культуры, образовательных учреждений, творческих коллективов. И последнее в череде награждений было адресовано самому главе района Сергею Маклакову. Председатель Ярославского комитета Российского союза ветеранов и областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий вручил ему высшую общественную награду – орден за заслуги. Это и за процветание города, за его труды во благо земли Ярославской, и за его постоянное внимание заводу о людям старшего поколения, в первую очередь о ветеранах Великой Отечественной войны Трудового фронта. Служу России! После торжественной части работники культуры продолжили свои праздничные будни. На центральной сцене выступали творческие коллективы, до позднего вечера проходили развлекательные мероприятия и на других площадках города. Елена Куликова, Иван Туркин, Угличское общественное телевидение. Программа «Дня города» была посвящена Году культуры в России, а потому вместила в себя множество мероприятий различной тематики для всех возрастов. Начался праздник в Спасо-Преображенском соборе Кремля с торжественного богослужения во славу Углича и угличан. Одно из центральных мероприятий – традициональный межрегиональный фестиваль «Мастеровой двор» с участием мастеров декоративно-прикладного творчества и художественных промыслов, а также народных умельцев из Ярославской и других областей. Они представили более 30 видов рукоделия. Такое новое ремесло, появилось оно недавно, резьба по капу. Это березовые наросты такие, наплывы. Из них получаются такие красивые вещи. Структура дерева очень красивая. Это очень сложная технология. Там и варить надо дерево, и морить, и потом шлифуется очень долго. Это все там кропотливый очень труд. Мне очень нравится ваш город. Очень гостеприимный, народ такой дружелюбный. Очень-очень нравится. Татьяна приехала на фестиваль во второй раз. На жизнь зарабатывает умелыми руками, создает эксклюзивное мыло. В этом году она показала около 200 его видов. Полностью сама делаю, и формы сама делаю, и мыло сама делаю. Для меня это основная работа.
Вот, участвую в ярмарках, выставках во всяких. От этого я получаю вообще очень большое удовольствие, то есть душевное. Мне нравится, когда людям нравится. Я работаю с керамикой, с глиной. Глина без всяких примесей, без каких-либо там полимерных добавок, без каких-либо там, я не знаю, сейчас все что угодно могут делать, придумывать, да. Она в руке даже другая, она теплая, она зовущая, она манящая, она добрая прежде всего, эта глина, потому что она сделана ручками. Самый знаменитый скульптор современности, можно сказать, ну, нового мира, Огюст Роден. Он сказал, что если в России мастера могут делать такие вещи, значит, это великий народ. Я очень рад, что в Угличе такой город, казалось бы, ну, скромный, и занялся, собрал именно ремесленную ярмарку в честь Дня города. Большое вам спасибо. Красиво, празднично. И все такое, вот, в отличие от Москвы, такое по-простому. Все домашнее, очень много рукоделия. Ну, сразу чувствуется русская душа. У меня дочка очень любит всякие красивые вещи, особенно такие необычные с вышивкой. Ну, всякие браслетики складывать, штучки, да. В Москве такого, ну, не найти. Изюминкой Дня города стало масштабное театрализованное шествие «Парад талантов». Более 500 человек из учреждений культуры Угличского района, Дворца культуры, Дома детского творчества, Центра внешкольной работы, музыкальной и художественной школ прошли от лодочной станции до Центральной площади. Парад талантов дал старт красочному представлению на главной сцене. Организаторы действа окунули зрителей в историю России, представили ее культуру, разнообразную и многоликую. Для любителей классической музыки в Красной гостиной Кремля прошел концерт народной артистки РСФСР Евгении Алтуховой и лауреата всероссийских и международных конкурсов Павла Быкова. Они исполнили польские романсы. Первый раз уже мы слушаем ее. Изумительный концерт. Мы были все в восхищении. Очень люблю, преклоняюсь под ее талантом. Все было изумительно, прекрасно.
Угличанка по рождению Евгения Алтухова живет в Москве, однако не забывает родной город и часто радует земляков своими выступлениями. В преддверии 90-летнего юбилея Евгении Васильевне присвоено звание «Почетный гражданин Углича». Конечно же, любви Углич и угличанам, конечно, прежде всего, от всего сердца желаю. И самых всяких добрых дел желаю. Кто работает, трудится, успехов в работе, кто учится, успехов в учебе детям. Вот замечательно, что детская музыкальная школа замечательная здесь есть. Я как-то пожелала, чтобы со временем, может быть, училище музыкальное открыли, чтобы был вокальный факультет, потому что на Волге, в Угличе должны быть голоса хорошие у детей. И кто-то, может быть, тоже стал вот вдруг тоже певцом или певицей, как я из Углича. Любите город, да? Да, очень люблю. Выход каждого нового номера «Углича пуля» – несомненно значимое событие в культурной жизни нашего города. К празднику редакция подготовила журнал, посвященный архитектуре Углича. Один из материалов рассказывает об Успенском храме, который в свое время находился на Успенской площади и был разрушен в 30-е годы 20 века. Номер, как всегда, содержит многочисленные фотоматериалы и поднимает проблему сохранения рядовой исторической застройки. Презентовали журнал его главный редактор и авторы публикаций. Стало лихой уж заливается, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. Перенестись в прошлое, точнее в 69-й год прошлого столетия, гостям праздника предложили и участники студии «Театруля» социально-культурного центра Слободского сельского поселения. Они провели развлекательную ретро-программу «Модное лето 69», конкурсы, лотереи, мастер-классы по изучению движений модных в то время танцев «Твиста» и «Шейка». Настоящий вечер воспоминаний. Куда ты руки суешь? Так от любой чувихи по зубам огребешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее давай. Ногами шевели и рот не назирай. Свободнее вот так и два шага вперед. Теперь плеси пониже и поворот. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Вспоминаю детство, вспоминаю юность, самые прекрасные годы, студенческие годы, годы, когда я приехала в Углич, ну, уже это 70-е годы, но все равно это не так далеко от 60-х, и поэтому все это близко и родное. Мы, наверное, хотели сами, во-первых, для себя, мы же не жили в это время, вспомнить, как одевались наши мамы. Всю одежду, которая вот сегодня на нас, это действительно та одежда, которую достали из сундуков. Вот сегодня на мне туфли новые, именно 69-го года. Ладно. Это моей мамы туфли, она в них ходила. Мы сегодня вспомнили старые фильмы, старую эстраду. Ну и старые мультфильмы вместе с детьми. Удовольствие получили? Да, очень большое. Здесь очень понравилось тем, что сегодня была живая музыка и приезжал ансамбль из Москвы. Еще были хорошие сегодня игры. Вот я играл вот в пинбол. А да. Что бы ты пожелал городу? Городу? Ну, чтобы было еще очень чище. Вот мы все время убираемся вот со школой. Вот и вот. Не было войны. Я желаю этому городу, чтобы у него было еще лучше, он рос, чтобы он процветал, чтобы очень много было в нем хороших людей, чтобы администрация шла на все уступки жителям этого города. Хочется, чтобы иностранцы любят ваш город, не только иностранцы, вообще он туристический город, чтобы он всегда был туристическим, всегда был добрым, всегда мы могли приехать сюда, чтобы нас приглашали сюда. Мы хотим посылать добро, чтобы он всегда был хорошим и счастливым. Вечером центральная сцена по традиции была отдана лучшим угличским творческим коллективам и исполнителям. Подарком для жителей и гостей города стал концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина. Он исполнил как новые, так и всеми любимые хиты.
Оксана Олейникова, Иван Бизин, Угличское общественное телевидение.